можно совместно работать, получается, общественности, власти? Результат есть такой работы, на ваш взгляд? Работать можно, да, в принципе, власть слышит, принимает и предложения, идеи. Мы вполне отлично коммуницировали, то есть мы не выступали в роли конфликта, то есть это был вполне партнерский у нас диалог с властью. Вот на ваш взгляд, какие основные, ну, назовем 2-3 буквально, 2-3 предложения, которые обязательно необходимо включить в комплексный план? Обязательно. Ну, без чего вот, ну, никак мы не можем обойтись? Ну, мы никак не сможем обойтись без содержания и обслуживания хозяйства. Что бы мы ни придумали создать, построить, если мы не сможем это содержать, ухаживать, поддерживать в этом нормальный, достойный, как бы, уровень у этого места, то, конечно, это все бессмысленно. Вот тот же пример этих ливневых канализаций. Их когда-то создали, заложили такой большой проект с очистной системой, и оно просто заброшено и разрушается. То есть мы и не пользуемся, не обслуживаемся, она никак не обслуживается, не приносит нам никакой пользы. Ну, у вас есть сегодня вера, что вот работа, которую вы вот проводите совместно сегодня, тем более, да, вот в эту комиссию там более 50 человек входит, что все это не напрасно, будут результаты? У меня вера такая есть, и это не, как бы, не безосновательная вера. Я прекрасно понимаю, что дорогу осилит идущий, и несмотря на то, какой большой фронт предстоит работать, но тут, как говорится, любого слона можно съесть частями, поэтому частями можно решить эту проблему. Главное, не сводить на нет эту деятельность.